Доступная среда для студентов с ограниченными возможностями. В Мурманском арктическом государственном университете состоялся семинар. Его участники обсуждали особые условия образования инвалидов. Доступная среда в 21 веке. Такой была тема научно-практического семинара, организованного Мурманским арктическим университетом в деловом центре «Азимут». В семинаре участвовали сотрудники инклюзивных и коррекционных образовательных организаций, а также студенты. Проблема безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями не нова и требует особого внимания. Сейчас в опорном вузе обучаются 22 студента-инвалида. Специалисты оказывают им поддержку и консультативную помощь на протяжении всего периода обучения. Мы, конечно же, проводим переподготовку и курсы для всех сотрудников университета. То есть у нас все сотрудники университета прошли переподготовку и владеют определенными технологиями, знаниями и могут, скажем, выполнять эту функцию. Психологическое состояние обучающихся с ограниченными возможностями, по мнению самих студентов, тоже значимо. В нашем университете существует конфиденциальность информации, то есть информация о состоянии их здоровья строго конфиденциальна. Этот пункт является очень важным, на мой взгляд, для комфортного обучения в нашем университете. Абитуриенты со статусом инвалидности традиционно поступают в вуз на льготных основаниях. Чтобы у них не возникало трудности при подаче необходимых документов, процедуру упростили. Если раньше при поступлении на обучение в вуз ребенок, обладающий статусом инвалида, должен был представить заключение Федерального агентства медико-реабилитационную карту, то с этого года данное заключение не требуется. Семинар позволил совместить усилия специалистов и направить их на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.